23 февраля, праздник. Мы находимся на административной площади города Дивногорска. Вот видите, как колышутся флажки под теплым февральским ветром. Мы пришли, я немножко опоздал. Сейчас уже время без 3 минут. Час. И уже 12 часов на этом вот пятачке происходит сибирская ярмарка. Я так думаю, что народ, который здесь уже был, разошелся, а новый еще и не подошел. Ну, то есть вот у нас такое вот, там вот дети играют, там вот песни поют, сейчас туда и пойдем, самое интересное будет там. Ну, все остальное вот, лавки с подкрышками. Там мед продают, кедровые продают, рыбу продают за 1000 рублей. Пирожки вот продают за 70, растягая за 300. В общем, если вы это не видели, то вы... Да. Ну, пойдем послушаем, что там, как у нас там поет ансамбль «Здравица». Вот самое веселое место на этой ярмарке выглядит вот так вот. Вот там разнообразные ансамбли, дети бегают. Ну и, разумеется, вид. А вот столб приготовлен, вероятно, для зимы. Извиняюсь, ветер вырывает телефон. Вот там вот стоит столб, у него там висит какая-то балалайка для тренировки, вероятно. Ну вот, кто не боится зимы, те все здесь. Поздравляю вас с праздником, субботним днем. Ну и почему-то вспоминается пословица про блин комом. Но это опять же мое личное мнение.